игра для нас сложилась удачно. Я думаю, что мы выиграли по игре. Счет соответствует 6-2. Ну, Верола хорошая команда, но мы до этого у них на Кубке Универа, по-моему, еще ни разу не выигрывали. И вот, наконец-то, получилось у них выиграть. Ну, нам команда Верола известна. Каждый игрок мы разбирали на тренировках их игру, готовились к определенным их заготовкам, не допустили ошибок, не проигрывали в один-в-один в игре, потому что у них очень сильные индивидуальные игроки. Поэтому хорошо выступили в этой игре. В прошлом матче против Этуаля Строевиста удалось выиграть победу на последних минутах. Как складывалась та игра? Игра была довольно-таки равной. Я считаю, что это была ничейная игра. Мы 1-0 проигрывали, по-моему, за 11 минут до конца. Забили, пошли впятером, забили гол, сравняли. И потом многие игроки нашей команды хотели пойти еще раз впятером, чтобы все-таки дожать Этуаль. Ну, как-то мы посовещались с тренером, с командой и решили все-таки не идти впятером. Как бы очки нужны в данной турнирной ситуации. Поэтому решили не идти впятером, и в итоге хорошо сложилась игра, и мы все-таки дожали на последних минутах и вырвали победу. Строинвест уступил в матчах с первыми тремя командами. Где, по-вашему, все же нужно было брать очки? Брать очки? Ну, я думаю, что на данный момент эти три команды, Никинарс, Жилстрой и Вивакап, они все-таки сильнее нас, и в этих трех играх у нас, по-моему, даже не было шансов взять очки. Мы пытались, боролись. Самоотдача была, но нам чего-то в этих играх не хватало. Ну, надеюсь, что в следующих играх мы уже будем готовиться, мы знаем, к чему надо готовиться, и будем стараться выступить сильнее. Проводит ли команда сейчас тренировки, и как они проходят, если да? Да, проводят тренировки два раза в неделю у нас тренировки. До этого у нас были тренировки один раз в неделю, но так как-то вроде нужно развиваться, нам становиться сильнее. И команда решила проводить два раза в неделю тренировки. Ну и, по-моему, оно дает результат. Какая команда в этом сезоне высшей лиги смогла удивить вашу команду? Удивить? Вивакап удивила. Ну как, не то чтобы удивила, но в игре с ними, особенно когда играли на Локомотиве, они, конечно, конкуренцию им составить не то что трудно, но очень-очень трудно, практически нереально. Именно, я же говорю, на Локомотиве. Они, видно, что команда, в принципе, может играть и на профессиональном уровне. Против них было просто очень тяжело играть. Скажите, в команде планируется какое-то усиление или состав сбалансирован? Я думаю, что на данный момент состав сбалансирован. Пока усиление не планируется.